Доброго дня, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І о цій порі ми запрошуємо до вас на зустріч з людьми, які є служителями Його величності слова. Поети, письменники діляться з нами своїми розмірковуваннями над сутністю буття. Сьогодні у нас у гостях поет, чарівна жінка Євгенія Мішанкіна. Євгенія, доброго дня! Здравствуйте! Я рада бачити вас в нашій студії і дякую, що ви погодились на цю зустріч. Ви знаєте, ще буквально кілька тижнів, і 2015 рік піде від нас. Яким він був для вас з точки зору творчості? Конечно же, очень плодотворным. Я так говорю, конечно же. Наверное, потому что чем старше ты становишься, тем больше у тебя опыт, накопленные знания, которые хочется уже передать, и они трансформируются в какие-то дела. Мне легче сейчас что-то сделать в творческом плане, чем, допустим, это было возможно в молодости. Для меня многое, и выход на сцену, и написание стихов, оно приобрело совершенно другую краску, как на мой взгляд, профессионализма. То есть я знаю, что нужно сделать, я знаю, как нужно поставить. Искания идут несколько другого плана, тема, подача и так далее. Женечка, вот сейчас мы живем в эпоху перемен. Философия говорит, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Тем не менее, именно сейчас вот так вот обостряются все сферы жизни, что мы мимоволи участвуем в этом, да, и мы пытаемся найти какие-то ответы для себя в который раз. Насколько вы остро чувствуете это время? Какое это время для вас? Остро. Очень остро. Это время для всех остро. Оно не может обойти никого. Спрятаться невозможно. Но скажу вам, что нет ничего более постоянного, чем временное. И нет ничего более временного, чем постоянно. Стоячая вода – болото. Там, где нет течения, нет жизни. Что-то происходит. Понимаете, и итог завершения происходящего – это новая ступенька и начало чего-то другого. Я иначе это не воспринимаю. Что дает сейчас вам вдохновение? Потому что вот это сложное время, оно кого-то гасит. Очень многих людей, кстати, сейчас гасит, потому что вот эти проблемы морали именно, да, поиска себя, они кого-то иногда ставят в тупик. Творческих, те, которые привыкли искать, они наоборот дают толчок и вот это продвижение. Вас что двигает? В творчестве часто бывают периоды и моменты застоя и так далее. Но это не застой, я так это не называю. Я называю это моментами накопления. Если мне сегодня нечего сказать, это значит, я еще не получила должную информацию. Но вообще, если человек от природы творческий, рано или поздно оно соберется, выльется во что-то. И надо всегда просто понимать, сегодня острый момент в том, что то, что раньше, допустим, было скрыто, сейчас все слишком остро, и надо хорошо понимать ответственность того, что ты делаешь, и отвечать за каждое. И вообще, я думаю, что каждому человеку сегодня это предстоит, каждому, потому что слово важно не только для писателя и поэта, слово сейчас важно для каждого человека. Стихотворение. Слушать стихи будем. Слово. Меня убило слово. Просто слово. Все понимаю, сказано со зла. Но я отреагировала снова, отреагировала вдруг и умерла. А оживать чего мне будет стоить? И как теперь период этот жить? Я понимаю, что ломать не строить, и стрижку сделать, не косу растить. Как хорошо, что я еще сдержалась и не убила гадостью в ответ. Руководила мной совсем не жалость, а понимание. Там человека нет. Спасет и осознание, и время от недоверий, мрачных мыслей, снов. Чтоб сбросить одного лишь злого слова бремя, нам нужно много добрых, теплых слов. Ой, как правильно сказано. Философия такая очень объемная в этом стихотворении. Но как вы считаете,
где набраться сил, чтобы вот этого количества теплых и добрых слов не уменьшалось, а пополнялось. Потому что вот на пике, на обострении мы как-то остервенеем, мы же ожесточаемся. Ну, знаете, анализируя историю настолько, сколько я могу, хотя я не могу сказать, что я ее знаю, но учила же. И наблюдая жизнь, я вообще считаю, что насилие рождает насилие. Жестокость рождает жестокость. Мщение, это не зависит даже от нас, поднимается волна. Погасить в себе это. Сейчас мир очень шокировал заявление Далай-ламы, который сказал, что религия на сегодняшний день изжила себя. Да, было. Он сказал, что нужно сегодня привести в мир сострадание, великодушие и человечность. Это очень серьезные вещи, которые под силу только настоящим людям. Преодолеть это, воспитать в себе. Ну, это и есть не новая религия, а новое понимание. Я думаю, что очень многие к этому уже пришли. Такой ерундовый пример, ну, я вам скажу, что как-то вот молодежь стала больше уступать места, я вот наблюдаю в маршрутках. Ну, может, это и ничего не значит, но мне так хочется. Это правда, я тоже стала обращать внимание, и знаете, вот как-то наполняешься какой-то особой гордостью за молодых людей, которые вот действительно уступают место. Ну, вот простые, мелочевые вещи. Когда-то это было в рамках нормы, и мы привыкали к этому, и не обращали внимания. А сейчас действительно ты акцентируешь, что есть хорошее. А вот оно хорошее. Оно мелкое, но оно хорошее. И слава Богу, что оно есть. Вы знаете, даже как-то я стою в очереди, и зашла женщина на почте, это было, и как-то совершенно нагло себя повела, там пролезла без очереди. Я поймала себя на том, что я бы раньше, наверное, отошла и промолчала. А сейчас я считаю, что нужно пресекать какие-то хамские поступки, даже вот в мелочах, в миру. Но нельзя этого допускать. Я сделала ей замечание. Правда, это не повлияло на нее никак, потому что, знаете, если человек понимает, то ему объяснять не нужно. Если он не понимает, то он и не поймет. Ну а в принципе, как вы считаете, что формирует мораль каждого из нас? Потому что мы живем в социуме одновременно, вот, да, вот здесь и сейчас, и каждый заточен, собственно говоря, на что-то очень свое. И когда вот ты анализируешь поступок ребенка, поступок взрослого человека, поступок человека с большим опытом, разное, конечно же, разное, тем не менее, это здесь и сейчас делается, это значит, что что-то вот внутри нас срабатывает. Вот как вы считаете, что? Ну, пока вы говорили, у меня такая буря мыслей всяких. В частности, я, например, думаю о том, что в каждом человеке существует некая природная данность пониманий и восприятий. Не только, это зависит не только от воспитания. Воспитание – это коррекция. А вот природная данность, понимание глубины чувств и так далее – это как, допустим, абсолютный слух. Или как человек же, он тоже программированный, настроенный, как телефон. Вот если нет в телефоне функции восприятия интернета, то его не будет. И выработать невозможно. Да, и это один аспект. А другой аспект, я все-таки считаю, что любовь спасет мир. Я уверена в этом глубоко, как женщина. Я считаю, что вот это и есть вот это человеколюбие, понимание, стержень внутренний. Потому что сейчас в этом потоке информативном, в котором мы живем, сложно вообще разобраться. Надо опираться на голос сердца. А голос сердца, он может быть справедливым только у человека разумного, который уже пришел к чему-то. Не гибкого, не ребенка. Ребенка можно убедить. Для этого существуют родители. Если они любят ребенка, они будут его оберегать и учить его быть сильным, самостоятельным, прежде всего, со стержнем в душе. И большого любви, который ребенок научится вот именно у родителей. То есть любви можно научить человека?
насколько это возможно для этого человека. Но, понимаете, есть природная, скажем так, совесть, а есть совесть карманная, которую, если никто не бачит, то можно. И можно одолжить. Да. Вот. Но я считаю, что огромная работа, забота ложится сегодня на плечи женщин. У мужчин сегодня несколько другие задачи. У нас у всех одни задачи, но есть вещи, с которыми женщина не справляется. Не зря мужчине дано больше силы, больше какие-то другие эмоции и так далее. А у женщин... Женщина-добытчик. Это так природой создано. Да, а у женщин своя задача. Когда грядут лихие дни, как инструмент не строишь, тогда ты руки протяни, свое дитя укроешь. Когда нескладно и не то, в нелегкую годину, тогда руками, как щитом, укроешь ты мужчину. Когда чернеет вдруг трава, рубашку с тела снимешь, тогда раскинешь покрова, людей вокруг обнимешь. Когда в тебе набат звенит, дыхание нарушив, тогда ты крылья разверни, свою укроешь душу. Спасибо большое, Жень. Вы знаете, сегодня действительно на плечи женщины очень много ложится. Да, в принципе, наверное, во все времена, потому что женское естество, вот это давать жизнь, это прежде всего наша задача. Однако сегодня, я вот когда наблюдаю за каждой из нас, женщина должна быть очень мужественной, она должна быть смелой и настолько глубокой и мудрой, чтобы направлять своего мужчину. Это закаляет в какой-то степени каждый из нас, но и очерствляет многих. Ну, пожалуй, ну, знаете, как в любом качестве, в любой философской мысли и так далее, есть две стороны медали. Оставаться женщиной, вы знаете, на самом деле, это нам по силам. Нам по силам. Это не очерствляет. Делает, может быть, более... Жёстче. Нет. Это шире понятие, шире. Понимаете? Шире. Потому что чем жёстче мы, тем мягче. Каждое качество, оно не развивается вот так. Оно развивается вот так. В две стороны. Сила – это есть твоя слабость. Вот так. И что касается женщины, это каждый раз это подтверждается. Но еще вспоминаю, помните слова с известного фильма, что времена всегда одинаковы. И каждая эпоха давала что-то, какую-то задачу отдельную женщине. И сказать, что во времена Великой Отечественной было легко. Или сказать, что во времена Средневековья тоже было легко. Да нет, не легко, просто у каждого свое. Вы знаете, великий еврейский юмор, когда «Сёма, вы счастливы, а что делать?» Наверное, нам сегодня надо как-то на это больше опираться. Хорошо, счастье... если говорить о счастье. Счастье имеет у каждого свой окрас и оттенок. И формула счастья – это индивидуальная. Абсолютно. Я вам прочту маленькое стихотворение. Конечно же, будем с удовольствием послушать. «Может, у меня нога кривая?» – говорю в сердцах обувщику. Третий раз вот туфельку ломаю. Отчего, никак я не пойму. Может быть и так, сказал он пусто. Взял костыль, привстал, чтоб снова сесть. Может и кривая, это грустно. Все же у тебя она хоть есть. Вот, видите, все зависит от того, на что посмотреть. Да, я так думаю, что с двух сторон это надо всегда уметь видеть с двух сторон. Знаете, когда все-таки просматриваешь статьи политические, в которых я все-таки ничего не понимаю, да. Как-то я натыкаюсь на то, что я понимаю. Как в Крыму? На этот вопрос вам ответят в зависимости от того, кого вы спросите. Задали. Безусловно, да, это на любой вопрос. Что касается вот даже сегодняшнего состояния каждого из нас. Вот кто, как видит, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Единственное, что я вам скажу, что в любом случае понимание, сострадание и так далее. Сейчас, вы же понимаете, столько сирот, столько беженцев, всего. Ну, надо быть снисходительными, надо быть мудрыми. Я вам опять прочту стихотворение. Пожалуйста. Оно называется «С двух сторон». Тут немножко не те две стороны. Мы опять идем играть сонату, покоряя нотные поля. По аллее мимо интерната
Справа клены, слева тополя. Да, у дочери моей глаза живые. Не бездумен детский разговор. В интернате дети не такие. А забор красивый, есть забор. Сотни почему беседы длинной, от которых просто бросит в жар. Почему так колко смотрят в спину? Мама с дочкой, да еще футляр. Почему раздеты в эту пору? Что их ждет, когда пройдут года? Мимо телевизора забора мы с мороженым не ходим никогда. А другие ходят, не болея, их вопросы эти разозлят. Возвращаемся из школы по аллее, слева клены, справа тополя. С двух сторон, да? Да. Чужих детей не бывает, но, понимаете, вот в суете будничных дней мы настолько быстро бежим по кругу, что мы не замечаем этих детей. Мы проходим мимо. И только, наверное, какие-то встряски душевные дают нам возможность расширить кругозор свой и обратить внимание, что рядом еще кто-то есть, и ему иногда хуже, чем нам. Вы знаете, мне кажется, что надо хотеть любить, надо желать любви. Очень многие боятся ее, очень многие как-то отрицают ее, отвергают. Но в зависимости от того, как ты справишься с этой любовью, будет и твое дальнейшее существование. Можно извлечь урок, а можно остаться разбитым. Женечка, вы знаете, кто-то вот может сказать, что это размышления философские, они вечные, можно говорить и, собственно говоря, ну, нравится вам и говорите об этом. Как вы считаете, каждый ли человек вот все-таки заточен на то, что есть отправные точки, и рано или поздно он к ним обращается? Или это форма мировоззрения каждого, и это присуще определенному типажу людей? Ну, я вам говорила уже, что мы говорим о любви, да? Да, да. Любовь – это природная данность. Ну, глубина ее, она зависит от, как музыкальный слух, я так думаю. Но рано или поздно, обязательно, даже если человек будет прятаться, убегать или что, рано или поздно это случится с каждым. Просто если ты будешь убегать и прятаться, это случится с тобой в гораздо страшнее форме, чем ты предполагал себе. Посмотрите, как в Древней Греции авгуры, когда предрекали правителям какие-то проблемы, и стараясь избежать этих проблем, правители тем самым шли им навстречу. Я хочу вам прочесть стихотворение о любви. Ты знаешь, я люблю тебя за всех. И кто обидел или изменил, не понял, предал или недолюбил, не пережил твой радостный успех. За тех, кто силу не простил твою, не удержал, трусливо отступил, кого твой ум и юмор ослепил, кто греет зависти недобрую змею. Я так люблю тебя, всю жизнь живу любя, и это ничему не изменить, ведь вместе мы умеем так любить, и вовсе не за них, а за себя». За себя. Не кажется ли вам, что иногда человек эгоистичен в своей потребности любить и быть любимым? Потому что многие говорят о том, что когда человек уходит в мир иной, в лучший, да, где надеется, там ему лучше, а мы вот своим желанием увидеть, услышать, дотронуться, мы эгоистичны. И это определенная форма любви, это определенная форма привязки. Начнем с того, что никто не знает, что такое любовь. У каждого свое. Говорить мы можем сколько угодно, у каждого оно свое. Но то, что часто это продиктовано именно эгоизмом, это так. Кто его знает? Знаете, нельзя объять необъятное. Мы можем говорить с вами, но это не значит, что кто-то это воспримет. Но вера, надежда и любовь всегда должны быть у человека. Это те три составляющие, которые формируют и, наверное, держат нас. Вера, надежда и любовь. Это так. У нас был даже концерт «Вера, надежда и любовь», который так и назывался. Это была органная музыка, скрипка и стихи. У меня есть такие стихи, которые... Ну, это тоже философские понятия. Понимаете, мне кажется, что на сегодняшний день говорят «слепая вера». Нет, она не слепая. Верить надо прежде всего в себя. Если ты веришь в себя... Мир вокруг тебя будет верить в тебя, мир вокруг тебя будет верить в себя и так далее. Надежда
Это та вещь, которая как солнце на небе. Ее нельзя потрогать, но она есть, и с ней надо жить всегда. Она будет светить и поможет обязательно. Ну, а любовь, это она везде. Она во всем, в каждой мелочи, в каждой клеточке человека. Человек сам может отпустить и достать ее, может ее спрятать. Поверьте, это так. Это так, действительно. Вот сейчас смотрю на ваши книги, посмотрите, какие философские названия и жизнеутверждающие. «Между небом и землей», «Между небом и между морем», «Цвет счастья», «Свет наружу». Это то, собственно говоря, чем живете вы и чем делитесь с людьми, которые рядом с вами. Женечка, а вот если брать уровень родителей и дети, как привить вот ребенку своему в том, что вера, надежда, любовь – это самая главная составляющая жизни? Надо самому верить, надеяться, любить. Хотя, конечно, если ты все время будешь говорить ребенку, не ковыряйся в носу. Да, он будет говорить. Конечно, да. Ребенок воспринимает, хотя, знаете, я скажу вам так, что часто у людей недалеких бывает очень умный ребенок. Опять же, о наборе природной данности. То есть все индивидуально? Да, это бывает так. И, конечно, ребенок переймет от родителей, но если у него есть разум, он обязательно найдет путь решения этой проблемы. Я не понимаю, когда в 40 лет говорят, у меня было трудное детство. Ну, это смешно, понимаете? Трудное детство заканчивается, скажем так, в 12. Потому что человек от этого трудного детства сбегает во взрослую жизнь и формирует себя сам. Да, вот. А если было трудное детство, человек там говорит в 40 лет, жалуясь, именно не рассказывая, а жалуясь, то это значит, что он в нем до сих пор не работает, не продвигается, не ищет. Женечка, у нас остается всего 2 минуты, и я хотела бы спросить о ваших планах на Новый год. И вообще, что для вас Новый год? Потому что каждый из нас, вот мы все равно, вот в этом плане мы остаемся детьми, мы верим, мы ждем. Какое-то ощущение чуда вот приносит эти бой часов и запах хвои. Между тем, у творческих какие-то всегда свои, знаете, вот пути направления и масштабы. Когда Софи уже самой надоело кричать на мужа, и тут он сказал: успокойся. Так. Значит, ничего нас не успокоит. Наоборот, мы будем верить, будем надеяться, будем любить. И как говорит у доктора, пациенту доктора: доктор, я буду жить, вы будете жить хорошо. И мы будем жить хорошо. Слава Богу, и я очень благодарна вам за эту встречу и за ваше откровение. Потому что, конечно же, мы не претендуем на свет в последней инстанции или истину. Однако каждый из нас пытается найти ответы на важные вопросы для бытия в целом и для своей конкретной жизни. И я очень рада, что вы сегодня были с нами, и вы поделились своей любовью, своей добротой, своим жизнелюбием и своей философией, сформированной уже, жизнеутверждающей. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, хочу нагадати, що у нас у гостях була Євгенія Мішанкіна, поет. Дякую за увагу. Я хочу побажати всім любові, цінуйте це життя і насолоджуйтеся їм, бо воно дійсно прекрасне. До зустрічі в ефірі.